«Подвиг ваш бессмертен» – фраза, за которой стоят все годы тяжелых сражений советских солдат. Кубинки предали земле останки 36 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Они были найдены военно-историческим клубом «Вечный огонь» в течение последних 3 лет. Бойцы найдены были. Это воины 32-й стрелковой дивизии, 82-й мотострелковой дивизии, которые обороняли вот Кубинку в 41-м году, в ноябре-декабре, и в январе 42-го года. Это бойцы и командиры, если правильно говорить, потому что у некоторых были элементы, которые относятся к снаряжению офицеров, но фамилии и имена мы их не узнали. Поисковики обнаружили смертные медальоны. Прочитать смогли только один. 25 мая нашли последнего бойца в районе Нарофоминского шоссе. Федор – офицер таможенной службы в отставке. За весь период участия в поисковых экспедициях смог найти останки 24 человек. Во время эксгумации большая удача найти именные вещи солдата, рассказывает поисковик. Очень много безымянных солдат, все делалось в спешке. Там, где в воронку в промерзшую, где в окопе прям оставили солдата. Вот. Но за истекший период, ну, порядка несколько лет назад у нас было крайнее перезахоронение. Вот, и по сегодняшний день поднято 34 советских воина, две фамилии удалось установить. Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто остался на полях сражений, и те, кто вышел из этой неизвестности, и теперь они будут захоронены на нашем мемориале. Вечная память. Минута молчания, возложение цветов. В мемориальном комплексе захоронено 188 человек. Сегодня все почести тем, кто ценой своей жизни преградил путь врагу к столице. Война не закончила, пока не захоронен последний солдат. И слава Богу, что то, что положено нашему поколению, нашим ребятам-поисковикам, многочисленным поисковым отрядам в нашей стране, они, да, поднимают тысячи и тысячи бойцов, которых нам нужно с честью и со славой похоронить. Откликнись, правду. Это прадед твой убитый. Я здесь, под Ржевом. Забери домой. Отряд неравнодушных. Так называют Кубинский военно-исторический клуб. Они ведут свою поисковую работу круглый год, в любую погоду, чтобы отыскать безымянных, но не забытых солдат, погибших в кровопролитных боях за Родину. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».